Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 952. События дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 25 июля 2017 года. Ну, события какие. Батюшка уехал раньше еще. Похороны в городе были Насте Анастасии Дробот. Все молились о ней. Потом они приехали. Все, пока посмотрели, 4. Получилось ролика, хорошо снято. Проповеди говорили. И вот Сергей пишет, Пупков. Настю похоронили рядом с домом в штабе. Это штабка, остановка. Отец Аким совершил обряд отпевания. Дети были все, 4. Иван, Инафа, Фрося, Ефросинья и Нестор. На поминках водки не было. Я снимал все, скоро увидите. Ксения, слава Христу! Царствие небесного Анастасии в переводе с греческого означает воскресшее, возвращение к жизни, бессмертное. Такое. Тут осталось ребятишек-то только 3. Целый день почти вчера малину собирали. Вечером не раз спрашивал, разбросанное сено разбрасывали. Все, и как оно? Подсохло? Нет. Где Люба Минаева? Поехал у сестры Валентины, узнал. Да должна быть здесь. Где-то, наверное, скотину встречает, вышла в поле. Поехал, нету. А зачем же я ее ищу? К тому, что гляжу, как бы снова стены не замочили. Надо его закрывать. А чем закрывать? Ну, это тоже мы засняли, потом посмотрите. О том, что его надо утоптать, неправильно коп наложили. Они рыхлые, и все насквозь пропитывает дождь, не стекает. Нужно, чтобы плотно были, и тогда капли воды будут стекать. Ну, пошел искать, кто самый тяжелый. Даже Владимира Юрьевича Галендухина спросил, когда я, говорит, то это весу-то мало в нем, высокий ростом-то. А сразу к Марине Христенко. А что, а как, сколько, начала там разные цифры называть, видимо, не знает. Ну, тогда Виталий здесь еще стоишь. Люба увидели, она на тележке ручной, двухколесной, возит сено на себе. Ой-ой-ой. А вы, мужики, сидите здесь. Да кому? Ну, то мы власти. Давай скорее. Пошел, палатки свои достал. Старые уже, порванные, зашитые. Но это палатка. Она очень хорошая, военная, 2 на 2 метра. У нней по краям клюзы, это отверстия. Веревочки нашли, поленья такие, чурочками нарезанные, привязывать на 4 угла. Лестницу витали, бегом беги. На тележку все эти чурочки, 30 штук сложили. Поехали. Залазит, ей вилы даю Марине, вверху упрись. Просто для того, чтобы держаться. А она, копна расползается, а Марина прыгает. А она ниже делается, шире. И ничего, Виталий снизу собирает сено. Скребает, подбрасывает, я она топчет. Ну и накрыли 7 копешек. 7 и надо было. А потом она пошли помогать. У Любы там разбросанная одна на тележке своей, на этой вывозить. Потом я уже отошел от них. Все здесь. Фотографии сделали. Ну, интересно. Интересно, тяжело. И особенно, как мы днем малину собирали, ходили, ребятишки маленькие, это заросло, я пробиваюсь, взял себе Тимошку, а до этого только фильм посмотрели, мальчик в пижаме, ну, как в концлагере, дети были и взрослые евреи, их уничтожали, и как сын начальника этого лагеря, большого начальника, познакомился с одним через
колючую проволоку на той стороне, и детский мальчик Самуил Шмуль, Шмуль звать. И этого тоже, он маленький такой, я говорю, Шмуль, и иди сюда, и он... Берем где-то, он отстает, не поспевает, там где-то застрянет. В горстку наберет, я посчитал, в ведро сует. 6 ягодок. Ну, 6 это 6. А если он несколько раз, то и больше будет. Ну, и набрали мы вчера больше. Ведерки маленькие. На ведра похожие какие-то. Ведро это 15 литров должно быть. А это может быть 5-7. Ну, за день мы набрали где-то около 4. Берем там, где матушка, это ее дома, домой. Что-то она подошла, я сразу дал сигнал, сколько набрали, ей отдать. Это ее огород, там с той стороны заросло, хотя она и не берет никогда. Ну, он сказал ей, она рядом показала домой избегать. Володя побежал у нее, ведерко взял, и тут же мы свои опрокинули, и все, готово. А я вечером тайну сказал, вот с этой стороны... Мы-то прошли самым, ну, где густо, там много травы, там все. А с той стороны как бы чисто. И батюшка берет, я говорю, пока он спит, завтра приедет, а мы утром пораньше и всю малину-то и выберем. Он проснется, пойдет, а малины-то и нету. А мы эту малину-то все соберем, да ведро, да принесем, и ему на стол поставим. О, понравилась идея, хорошая. Тоже событие для нас. Событие. Вчера съездили на похороны-то. Ну и привезли. Могу даже показать, где здесь вот сейчас первое отпевание. Исаак, Иаков, Господу помолимся. Господи, твои сына воссяги. Господу помолимся. Господи, помилуй. И сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Спасибо, милости Божие, при прощении грехов и Царства Небесного, сами себе друг друга, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженная жизнь брал и приял Иси, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Память их в рот и рот. Покажу сейчас другие ролики, об этом же привезли, которые немножко. Так, второе отпевание. Знаю,
ты, Владыка, соединил с ангелами всех мучеников, являя этим непостижимое для познания совершеннейшее и всех даров блаженства, которого достой и твою скончавшуюся рабу. Помой, Господи, души усопшие рабы. Удостой Христе, переселившись к тебе, получить неизреченную твою славу там, где жилище веселящихся и голос светлой радости. Многомилостивый, взятую тобою с земли и воспевающую твою божественную власть, и очищаю вместе злачи, вместе покойнее, отнюдь же беже болезнь, печали, воздыхание и всякое согрешение, содержание делом или помышлениями, ко благи человека, любит Бог, прости, а конец человека же будет не согрешить, ты обойдем, кроме греха. Лежащую перед нами, мертвую, вот она исчезает. Ищи, молимся, упокони душу усопшего рабы. Боже Анастасии, уже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якото Господь Бог наш ученик души ежит. Ну и третий покажу тут немножко, потом отдельно будет поставлено. Это с работы многие пришли. Тут будут говорить слово, ну вот я показываю. Тут видно, что люди отличаются. Красоту такую людям, что сам себе, говорит, ты не прибавишь на 5 копеек. Стараются прибавить. Еще дальше. Прибавить, что-то там сделать, а это ничего не получается. Сейчас Ветхий Завет, там в книге второй. Так, теперь по каждой еще четвертый ролик. Помаленечку покажу, а они длинные, довольно хорошо снято. Евангелие раздавали там. Это на кладбище. Наши-то отличаются от них все. Машины специально. Еще воды нету. Вот это главное событие. Ну, на этом все.